Им не только машину, вообще лошадь давать нельзя. Учреждения, которые выдают водительские права, вот надо просто за рулем проехать, сразу видно, какие там чайники у нас за рулем. Они же добро не делают. Они, во-первых, делают вред этому человеку, он или преступником будет, или умрет. Пора тебе того же с красной зоны выходить. Это не очень красиво. Заключу договор с какой-нибудь организацией, которая имеет регистрацию. Какой-нибудь надо. Нормальная организация. Не какой-нибудь, а какой надо организации заключить договор. Ну, пусть вот специалисты ГИБДД дадут, какая организация подходит. Ленар, посмотрите, а тут. Я сам как бы в аварии серьезной был, я понимаю, что очень важно получить своевременную медицинскую квалифицированную помощь.